Сережа Магулов Асхат. Хочу познакомить вас с деятельностью ТО «Колганат Караганда», созданного в 2015 году Общественным объединением инвалидов. Основные виды деятельности – пошив спецодежды и средств индивидуальной защиты и производство респираторов. Швейный цех оснащен современным оборудованием. Для персонала созданы максимально комфортные условия труда и предоставляется возможность регулярно повышать свою квалификацию. В результате этого на производстве высокая эффективность и ответственность. Подавляющее большинство сотрудников работают в компании с момента основания. Мы используем 5 критериев при пошиве спецодежды: безопасность, комфорт, долговечность, приемлемая цена и внешний вид. А также ТО «Колганат Караганда» является отечественным товаропроизводителем респираторов разных моделей. Они успешно применяются на промышленных и металлургических предприятиях. Кроме того, компания постоянно работает над внедрением инноваций, доказательством чего является сотрудничество с профессором, доктором медицинских наук Саурбеком Рузудиновым в части усиления защитных качеств респиратора. Мы разработали специальный состав для респираторов, который подтвержден патентом Республики Казахстан и России. Этот раствор задерживает кислые газы металлургической, горнодобывающей промышленности. Мы с предприятием «Колганат Караганда» заключили меморандум лицензионный договор по выпуску респираторов, задерживающие газы. Мы строим с партнерами взаимодоверительные и уважительные отношения, учитывая их потребности и пожелания. Всегда готовы и рады получить от них объективную оценку. ТО «Колганат Караганда» – это социально ориентированная компания, содействующая трудоустройству и адаптации людей, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. В этом направлении государством созданы стимулирующие и поддерживающие меры для увеличения эффективности этих процессов. Мы систематично работаем над улучшением качества выпускаемой нами продукции и оказываемых услуг. Совершенствуем бизнес-процессы с целью достичь эталонного уровня, что подтверждают имеющиеся сертификаты соответствия в сфере менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологического менеджмента, индустриальные сертификаты и сертификаты формы STKZ. Социально ориентированная деятельность и высочайшее качество продукции. Вот наша основная стратегическая цель и миссия. Именно это определяется нами как успех компании.